Привет, YouTube! Привет подписчикам и зрителям канала Technics Reviews. Сегодня будет обзор трекинговых ботинок Assolo. Assolo — это итальянская фирма, которая делает качественную обувь для аутдора. В данном случае перед нами ботинки модель Assolo, понятного фирмы Assolo. FSN95 GTX-MM. Здесь имеются штрих-коды и также указан размер. Вот United Kingdom 11, чей-то 30, европейский 46 и американский US 11,5. Также здесь указано мужские мен, колодка ММ. Здесь можно сказать, что выпускаются несколько видов колодки. То есть вот это имеется в виду мужская широкая, а может быть мужская узкая. И точно так же бывает женская широкая, женская узкая. Кроме того, здесь указан адрес веб-сайта. Это www.assolo.com. Далее. Сверху на коробке на четырех языках указаны гарантийные условия. То есть Assolo дает гарантию на пошив, на материал и так далее. И рекомендует обращаться к тому дилеру, у которого покупалась данная обувь в случае обнаружения дефектов либо пошива, либо материала. Вот. Также здесь указано Made in Romania, то есть изготовлено в Румынии, не в Китае. На коробке имеется ручка для переноски. Ну и теперь, ну, собственно, и все, то, что есть на коробке. Теперь можно открывать коробку, и что мы видим? Мы видим ботинки, которые просто переложены фирменной бумажечкой, и больше в коробке ничего нет. Поэтому мы можем положить один ботинок в коробку и коробку подвинуть в сторону, для того, чтобы можно было рассматривать непосредственно ботинок. Вот такой ботинок. Это внутренняя сторона. Это внешняя сторона. Здесь вот есть надпись Assolo на носке. Подошва на ощупь резиновая, жесткая, но достаточно такая упругая. Хороший протектор. Протектор не имеет острых переходов, то есть он не должен сломаться, как бывает в рифленых подошвах, что они ломаются. То есть здесь такого не должно быть. Здесь также имеется надпись фирмы Assolo. Вот это то, что мы имеем перед собой. Из чего изготовлены данные ботинки? Здесь вверху применена замша толщиной 1,6-1,8 мм. Ну вот здесь, в принципе, видно толщину замши. То есть вот это светлые части. Это именно замша. И кроме того, применен очень прочный нейлон. Верх ботинка. Вот прочный нейлон. Соответственно, здесь вот еще отделка, она типа прорезинка. Наверное, нейлоновая ткань, имеющие определенную пропитку.
Далее. Как изготовлена шнуровка? Шнуровка две верхних на крючках. Дальше нейлоновая стропа и металлические петли. И здесь тоже нейлоновая стропа. Также нейлоновая стропа прошита по язычку. И здесь есть логотип фирмы. Кроме того, следует заметить, что снаружи, сзади, также есть петля из нейлоновой стропы для возможности одевания ботинка без вспомогательных средств. То есть можно тянуть за стропу для одевания ботинка на пятку. Вот. Язычок ботинка полностью до верха прошит. Вот. С обеих сторон. То есть получается, что при правильно закрытом зашнурованном ботинке он полностью является водонепроницаемым. Кроме того, внутри ботинка имеется мембрана Cortex, которая позволяет не пропускать воду вовнутрь, но выпускает наружу и воду, и пар. Соответственно, это вот здесь вот на язычке тоже. То есть, получается, ботинки дышат в сторону испарения, но вовнутрь влагу не принимают. Вот это то, что основное. Далее. Стелька. Вот она, стелька. Что можно сказать о стельке? Стелька с анатомическим супинатором. Это вот эта вот часть под подъемом ноги и под пяткой. И здесь есть также эластичный элемент для пятки. Это облегчит, скажем, участие ноги в ходьбе. Дальше. Подошва называется Asolo FSN Rubber. Это износоустойчивая с агрессивным протектором химически стойкая подошва. То есть она не боится пролива ГСМ и прочее. Кроме того, она имеет хорошее сцепление с грунтом и сделана таким образом, что самоочищается. То есть, если, скажем, пройти в такие ботинки где-то по грязи там, или по болоту, то загрязнения вот из этих протекторов высыпятся сами. То есть, это и есть самоочистка. Вот. Вот такие вот ботиночки. Кроме того, я где-то читал, что технология их изготовления предусматривает не вклейку верха в подошву, а в заливку. То есть, как бы ботинок, подошва создается на готовом ботинке методом вулканизации, соответственно, получается бесшовное соединение. Подошва привулканизирована непосредственно на ботинок. Поэтому здесь не требуются прошивки или каких-то дополнительных там приклеиваний, потому что это все собой представляет единое целое. Поэтому такие ботинки используют даже спецназы. Ну и в реальной жизни, по крайней мере, используют спортсмены и страйкболисты. Ботинки хорошие, качественные. Фирма очень уважаемая. И, ну, скажем, ощущения мои субъективные от того, что я вот сейчас держу в руках эти ботинки, ну, самые лучшие ощущения, скажем так. Вот. То есть они и достаточно жесткие для того, чтобы нога оставалась в целости и сохранности, и в то же время достаточно гибкие для использования как трекинговые ботинки. То есть они могут использоваться именно как трекинг. Ну, на этом, собственно, и все. То есть вот такие ботиночки Asolo
Я повторю модель. Это модель FSN95 GTX-MN. Ну, цену, конечно, надо понимать, что она соответствует качеству, поэтому о том, что это дешевые ботинки, говорить нельзя. Хорошие вещи не могут быть дешевыми, я так считаю. На этом все. Пока-пока.